Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 26 августа 2021 года. Пасмурно, 20 градусов тепла, 6 часов вечера. Очень-очень даже хорошо. Наконец-то от нас ушла жара. Сегодня я сажаю вторую грядку своей ремонтантной клубники крупноплодной. Такая вот Настенька и Кокетка. Пойдемте покажу. Выращивала я сама своими руками рассаду зимой. Вот здесь высаживала. Это вот моя ремонтантная. Она у меня давно. Видите, ягодки есть. Надо их сорвать будет. А это вот, которая опускает усы, это у меня Настенька. Настенька. А которая без усов, это у меня Кокетка. Вот она, Кокетка. Видите, на ней нету никаких усов. Даже и отличаются листочки. Вот она цветет, моя Кокеточка. Так, здесь. И здесь вот. Вот он, кустик. Усов на ней нету. Так, а это усы от другой. Вот они, это идут не вру. Вот они, усы. Вот она без усов. Короче, запуталась сама, не знаю. Вот она. Так, это с усами, это Настенька. Сейчас сорву, попробую, шлангом помою. Ну, это Настенька. Здесь усов нету. Так, мне нужно 11 штучек. Я уже начала сажать. Вчера одну грядочку посадила с вами. Сегодня буду сажать вторую. И, по-видимому, у меня еще останется и на третью. Здесь у меня очень хорошее место, возвышенность. Близко поливать. Очень даже близко. Вот эти вот саженцы я выкопала из теплицы. У меня сидели в теплице. Но эту завтра грядочку с вами будем сажать. Вот вчера с вами сажала с луком, с лизуном. Днем немножко поморосил дождик, полил хорошо. Грядки у меня удобренные. Удобрены. Господи, прости меня, Господи, не знаю, как правильно говорить. Обязательно прокладываю отраву, потому что весной отравы не проложишь. Весной будем кушать ягодки. Ну что, пойдем попробуем, покушаем эту на вкус. Настенька должна быть с легкой кислинкой. Сейчас вам точно скажу. Но, конечно, Кокетки у меня очень мало. У меня и было тогда всего вроде бы 5 кустиков Кокетки. Но пускай разрастается. Будем потом делением куста. Буду вот здесь рассаживать дальше. Помыла я ягодку. Как всегда, извиняюсь за руки. Работаю без рукавиц. Очень вкусная. И действительно с легкой кислинкой. Ну ладно, пойду рвать. Как посажу, покажу конечный результат. Посадила вот такую красоту. Все справилась, обильно полила. Пусть растет. И осталось у меня еще на одну грядочку. Вот здесь делаю рядышком. А сейчас буду копать картошку. Вот эту. Покажу вам, какая она у меня будет. Ну, по-видимому, будет средненькая. Но это начну копать, покажу потом. Или как выкопаю, покажу, какая. Ну, вот и все, мои дорогие друзья. Встретимся завтра на этой вот грядке. Заходите в гости. Как всегда, буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока.